ребята, это Мелины, это роддом в Герцог-Новому. Здесь находится родильная, где рождаются наши молодые девушки, женщины. Но туда пускают, можно индивидуально зайти и рожать. Я мне дают маску, одеваюсь полностью, перчатки, одеяние и иду туда. Здесь находится как раз, где девушки все отдыхают после рождения. А тут находится как раз палата. И можно палату снять, стоит 150 евро на весь период, там 2 дня, неделю. И рядом находится монастырь Савина. Вот вы слышите, колокола бьют. А здесь находится как раз палата. Какую можно сразу. Платный апартамент. Стоит 150 евро. Есть холодильник, есть пеленальный столик, телевизор, кондиционер, 2 кресла и кровать со шкафом. Здесь находится также ребенок с мамой. Вот видите, вот основная кровать для ребеночка. Вот. Сейчас мы покажем. Вот тут шкаф есть, где можно все свои вещи оставить в шкафу. И тут есть уборочная. Можно приезжать, отдыхать, и здесь может быть с вами молодой человек, муж, может быть с вами здесь постоянно, или родители, скажем так, до вечера, до 12 часов. Ребята, сейчас вам коротко, быстро покажу родовую. Также есть отдельные комнаты, где находятся по две роженицы. Есть кухня, где можно подогреть себе чай, сделать чай и кушать. Кстати, здесь кормят на убой. Сразу скажу, что это Черногория все жареное. Ребята, если вы задумали совместные роды, то вы должны понимать, что вашему партнеру нужно сдать анализы. Оно находится ниже гинекологии, внизу находится микробиология, вот она находится с левой стороны, где можно сдать анализы. Стоит 20 евро для того, чтобы быть совместно на родах. Ребята, если у вас есть зеленая крышка, местная книжечка, местная страховочка, и она зарегистрирована на Герцог-Новом, то вы здесь в Герцог-Новом можете рожать бесплатно. А если у вас этой книжечки нету, или даже она у вас есть, но в других общинах она зарегистрирована, или вы приехали сюда и хотите рожать, то вы будете платить за роды 500 евро. Стоят роды. Если кесарево, то 950. Если палата нужна отдельно, чтобы не все быть, палата стоит 150. Неважно, день, 4, неделю, 2 недели вы будете, цена стоит 150 евро, где ваш супруг может быть с вами, или ваши близкие могут быть с вами 24 часа почти. Их будет кормить, и вас в том числе. И если вы хотите, чтобы у вас был супруг на родах, это стоит 150 евро, и плюс 20 анализов. Вот здесь можно оплатить все. Если вы решили, что ваш партнер не хочет быть на родах и женщина идет сама рожать, то вы можете провести свое время в вот таком замечательном парке возле берега моря. Можете даже и укунуться в море. Чуть дальше есть лежаки Понта. Здесь находится как бы дикий пляж, где находятся камушки, вы можете зайти в море покупаться с таким шикарнейшим видом. Очень хорошо успокаивает нервы. Ребята, задавайте свои традиционные вопросы, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Задавайте вопросы. С удовольствием вам отвечу. До новых встреч!